каждый раз, когда вы смотрите в глаза вновь приходящих в воплощение маленьких людей, пытайтесь понять послание, которое несут в себе эти глаза. В вашу обязанность входит помочь новому поколению не только получить все необходимое на материальном плане. В вашу задачу входит дать каждому вновь приходящему в воплощение помощь в выполнении своего божественного предназначения. Именно сейчас начали приходить в воплощение индивидуумы, которые сделают Россию духовной столицей мира. Не упустите свой шанс мирового служения. Окажите помощь этим детям Земли, представителям новой расы. То, как вы ухаживаете за растениями на ваших участках земли, вы должны применить к вашим детям. Если они не получат необходимого количества вашей заботы и энергии вашего внимания, то зародыш будущих рас не сможет прорасти в них. Поэтому я пришел, чтобы напомнить вам о том, что вы ответственны за каждого ребенка, который в это время приходит на планету Земля. Берегите этих детей. В них заключено будущее для вашей планеты.